Здравствуйте, дорогие телезрители! В этом выпуске передачи «Хранители памяти» мы продолжим рассказ о творчестве замечательного древнерусского иконописца Дионисия. Прославленный древнерусский иконописец Дионисий, живший в XV-начале XVI века, происходил из знатной семьи. Будучи ведущим московским иконописцем, он много работал не только в Москве, но и в других местах, получал заказы от князей и монастырей. Со своей артелью он расписывал Успенский собор Московского Кремля и писал образа для его иконостаса. Затем Дионисий вместе с сыновьями расписывал Успенский собор Иосифа Волоколамского монастыря, а после – храм Рождества Пресвятой Богородицы в Ферапонтовом монастыре и иные церкви. Помимо этого, им было создано множество икон и книжных миниатюр. Произведения Дионисия отличаются особой лиричностью и утонченностью, возвышенностью и отрешенностью, светоносностью и ритмичностью. Начало XVI века связано в русской художественной культуре с очень интенсивным продвижением православия и монашеской культуры на север, распространение и создание северных монастырей. И, наверное, Дионисия можно назвать тем художником, который сопровождал своим талантом, своим художественным гением, да, своей рукой и своими чувствами вот это украшение русской фиваиды, северных русских монастырей. И для одного из них была написана прекрасная икона. Это икона распятия, которая происходит из Павла Обнорского монастыря, тоже одного из светочей русского монашества и русского православия. И достаточно и короткого взгляда на эту икону, и длительного, как бы такого глубинного созерцания, для того, чтобы понять, как совершенно по-иному по сравнению и с предшествующими русскими мастерами, и византийскими художниками, понимает и передает это в красках, так сказать, боговдохновенно, наш иконописец Дионисий. Небольшая икона вычитанного формата вдруг представляет нам распятие не как трагическое и страшное событие, да, а как впервые торжество жизни над смертью. Спаситель распят. Спаситель как бы уже предстает в лучах небесной славы, то есть он в легком, свободном движении, да, мягком изгибе как бы парит на кресте, да, и спокойное и мягкое движение ему вторит Мария с тремя женами и сотник Лонгин, и Иоанн Богослов, которые склоняются в легком движении к кресту. Мы видим с вами вытянутые пропорции, изящное, очень
тонкая разделка одежд, мягкое гармоническое композиционное решение. То есть все то, что создает в этом сияющем золотом фоне ощущение радостного парения. Жизнь побеждает смерть. И вот это вот вхождение как бы в жизнь вечную, оно и передано художественными средствами живописца Дионисия. Но есть здесь одна замечательная иконографическая деталь, которая позволяет нам судить не только о художественных достоинствах этой иконы, но о ее особом богословском как бы смысле. Я прошу обратить внимание на то, что наверху, по сторонам от креста, изображены ангелы, вы видите, да, с покровенными руками, а внизу под руками Спасителя четыре фигуры. Одна из них улетает, обернувшись, да, как бы, а вторая летит к кресту. Вот это не что иное, как олицетворение Ветхого и Нового Завета. То есть это синагога, а это уже христианская православная церковь. Потому что в соответствии с христианским учением смена заветов Ветхого на Нового происходит именно в момент распятия крестной смерти Спасителя. И если бы она дошла до нас в первоначальных виде, то мы могли бы понять, что кровь Нового Завета собирается в чашу ангелам Новозаветной Церкви. То есть, по сути дела, мы видим с вами, как здесь колористически и композиционно удивительным образом раскрываются и догматические какие-то очень важные моменты, да, и самое главное – содержательное и торжество христианского учения о победе жизни над смертью. Мы знаем с вами, что Дионисий, как мастер высочайшего уровня, конечно же, работал не один. Он работал с мастерами, своими помощниками и с учениками, разумеется. И вот, наверное, это его утонченное, аристократичное, духовное, тонкое искусство оказало огромное влияние на русскую культуру и на русскую живопись первой половины XVI века. Именно наследие Дионисия. И есть целый ряд икон, в которых мы просто ощущаем, мы иногда называем их круг Дионисия, мастера круга Дионисия, дионисийские последователи. Но в них не только мы ощущаем вот этот дионисиевский колорит, его пропорции, о чем мы говорим, но самое главное, вот это ощущение радости и торжества, переданная пластическими средствами. Перед нами чудесная икона, которая так и называется «О тебе радуется обрадованная всякая тварь». Но мы знаем с вами, что это песнопение Актоиха, да, которое, так сказать, исполняется в церкви. Но здесь перед нами как бы воистину образ рая, где кто, какая обрадованная тварь. И дальше идет перечисление. Мы видим ангельские чины. Мы видим с вами и песнопевца Козьму Маюмского, мы видим с вами праведных жен и праведников, царей, митрополитов, патриархов, святителей, все, кто прославляет Богоматерь, принесшую миру младенца Христа. И вот от тебя радуется обрадованная всякая тварь. И это чувство звучит в иконах последователей Дионисия, всех тех, кто преобразил мир русской культуры начала XVI века. Thank you.
Дорогие телезрители, мы завершили рассказ об иконах Дионисия. Однако мы еще вернемся в залы древнерусского искусства Государственной Третьяковской галереи. Всего вам доброго! До новых встреч!